Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Александра, который нам предоставил, вы знаете, для чего? Для роллинга. Итак, немножко донатный, красавчик. Огник есть вообще красава. Минотавка нет, чем-то напоминает мне десяточку. Где-то такой же аккаунт у меня. Так. Поехали, посмотрим, что у него по героям творится и что ему надо. Ну, обычно в таких аккаунтах тяжело. А, нет, тут все-таки есть рогатка, бугич, землеройка, трифит, ПБшка, ледяха. Ну, в принципе, космо есть у него. Бигфут. Такс. Находится он в гильдии, свои правила. БГ 0 кик, WhatsApp, лидер. Первое, второе места, кидайте заявочки, вступайте. Так, хорошо. Ну что, поехали. Такой вот коллекционер, не буду затягивать. Хочу вам другие видосики сегодня оперативно позаснимать. Поэтому let's go. Да, и я смотрю, сегодня что-то падает, так нехти, может, на быстром ролле нам больше повезет. Я надеюсь на это. Такс. Эктоплазм, тритон, хранитель. Все, да не то. Ворожей, Рину, вот пошла жара, суккуб, это просто имба. РТшка. Ой, чую, чую, сейчас будет где-то имба. А может и не будет, все-таки донатный аккаунт. Донаты тоже плачут. Атлант, я же говорил, будет имба. Седна. Так, ну-ка, седнушка. Кстати, первая седна за сегодня. А она у него есть. К сожалению. Или к счастью. Так, ну хорошо, поехали дальше. Я, знаете, что-то больше, чем уверен, что мы уже пролетаем, слизнем, мы даже десяти не наберем. Такое чувство, что сейчас просто будет имба. Опять Атлант. И опять имба. Просто как-то сегодня. Сегодня очень печально. И плюшки печальные на русском. И роллинг. Ну, у меня как-то выпало, конечно, круто, но все равно не то, чего ожидалось. А вот эти вот роллинги просто какие-то печальные. Я не знаю, что такое с русским сервером. Ну, 5 собрали, только 5. 30к и 5 слизней. Ребят, что с вами творится? Вот IGG, вот что с вами такое? Почему нельзя сделать нормальное, как было раньше, 30к? Вот теперь вот нормально. Отлично. Все-таки хоть не зря. Бугимен, ну поздравляю, хоть за 30к мы тебя вытащили, потому что там было печальнее все у некоторых сегодня. Валентина, добрый вечер. Если пришла Валя, значит сейчас что-то еще к нему придет. Давай. Фрэнки. Ия. РТшка. Паладин. Череп друид. Ну просто топчик. И в итоге в конце Влад Дракула. И бум! Паладин. Я говорил, что будет имбовый роллинг паладинов. Так оно и получилось. Итак, ребята, что мы имеем? 40к Бугимен и 6-15 слизней. Это просто, ну, я не знаю, это просто позор. IGG, вы на русском сервере, вы хотя бы за ним смотрите, мало того, что вы не даете обмен, который даете на других серверах, обмен героев, не даете все плюшки нам, уже я не знаю, сколько обменов у нас просто прохерили. Так вы еще, блин, завышаете дроп. Это реально то, что есть, то есть. Было 20, 30к, потом 40, сейчас 50. И сейчас я смотрю, мы уже улетаем в космос в районе соточки, чтобы получить слизни. Это просто жесть. Вот как можно играть на таком сервере? Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Как обычно, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.